Здравствуйте. У нас тут родились козлятки, вот пришли с сыном их кормить. Кормим мы из мисочек. Не получилось у меня заснять первый раз, потому что я убегала, уезжала. На хозяйстве оставался муж. Держи, держишь? Да, ну вот они уже сами приучились. Обычно, когда маленькие, просто головку нажимаем вниз, и они начинают пить. Вот сейчас он сам уже, они сами уже понимают, что надо пить, поэтому сами идут уже. Ну, такие у нас чистопородные заинские козочки. Две девочки родились. Будем мы их продавать. Ну, мамаша у нас там кричит. Это мамочка наша спит. Хотела немножко рассказать про мамочку нашу. Да, Юшка? Ты проснулась? У вас тихий час сейчас, да? У моих детей тихий час. У козочек тихий час. Мамочка моих козочек меня очень сильно удивила. Она ходила с огромным-огромным выменем. И когда она родила, я ее сдоила. Я сдоила 6 литров молозива. Для меня это был шок. Я была, конечно... Но сейчас она не дает, конечно, этих 6 литров. Она дает 3 литра, получается. Полтора утром, полтора вечером. Но пока, сколько прошло, 3 дня, да, то есть пока она набирает обороты. И не знаю, что у нас. Пойду я сейчас сено кину. Вот, дала я им травки. Выбежали они со своего тихого часа. Полднику не... перекусить. Вот наша мамашка, вот она жует травку. Вот, не знаю, я ее купила маленькой. Мы тогда вот сошли с нубийской. Я купила заанинскую, нубийскую козочку, 100%. Когда я ее покрыла, ей был год. Вот, дождалась. Дала 6 литров молозива. Я буду смотреть, что она мне даст. Потому что, конечно, вымя у нее было очень-очень большим. И не знаю, либо ей какое-то приспособление делать, эти сливчики для коз, чтобы это вымя не волохалось под землей, и нигде она его, потому что она уже умудрилась мне порезать сосок, из-за этого мне приходится туго с дойкой, чтобы ей не причинять боль. Отека у нее нету, никакого вообще не было, когда я первый раз ее сдоила, стоилась в тряпочку, то есть все, что у нее вот это было, это все было чисто молоко, ну, молозивом. Буду смотреть, сколько она мне будет давать. Если она мне будет, конечно, давать столько, сколько она мне дала молозива, то да, я ей куплю тогда вот какой-нибудь лифчик. И я о таком вообще никогда не слышала, чтобы коза-первокотка дала 6 литров молозива. То есть, вообще... Ну, короче, я в шоке. Так что вот, хотела я поделиться с вами своей радостью. И буду ждать, смотреть, что она мне даст. Как она, что она. Просто на самом деле еще так получилось, что она у меня родила. И я в этот же день сразу уезжала. Она у меня родила часа в 4 дня. Я проходила мимо и слышу что-то какое-то меканье детское. Смотрю на улице уже двое козлят. Она их успела... вылизать, но не успела дать вымя. Я всегда отнимаю козлят, когда они еще не успеют присосаться. Потому что когда они присосутся, тогда мамочка переживает, и детки переживают, и тяжелее к миске приучиваются. А после своего первого опыта с козой, которая была вместе с козленком на подсосе, я больше не хочу иметь козлят на подсосе, потому что ну, это ужас и кошмар. Поэтому я сразу приучаю к миске. Я забрала их, пока я с ними тут возюкалась, пока я ее доила, пока я там за ней смотрела. И так поменяли билеты, чтобы я быстрее приехала. То есть мне надо было ездить в магазин, детям покупать одежду, канцелярию, все такое. И пришлось одним днем туда и обратно. И, естественно, я переживала, потому что вымя огромное, 6 литров. И плюс козы у меня боятся мужа. Потому что боятся мужчину прям вообще ужас-ужас. Делают вид, что они в обморок падают, когда он входит. Все это на потолок залезают. И поэтому, конечно, я переживала, как она будет доиться.
Ну, вот сейчас вроде она стала немножко, ну, как бы, потому что приехала, мне не понравилось, какой вымя был. Ну, короче, переживала, тяжелое, большое у нее вымя. А с большим выменем всегда есть проблемы. Одним днем ничего не случилось, и козлята едят, и все. Так что муж справился. Осталось дальше мне уже еще козлят обезроживать будем. Если все получится, то покажу, как мы обезроживаем козлят. Может быть, завтра или послезавтра. Ну все, пойду я тоже на полник. До свидания.